Там эти ребята нехорошие. Батарейка. Оп. Опа, опа. Ничего себе. Так, что у нас тут? Кровати, опять заброшенные палаты. Звуки страшные, как будто сейчас эти ребята однояйцевые за нами прибегут. Да, я же сказал, прибегут. Черт, черт, черт. Что же делать? Что же делать? Куда скрыться? Как-то ты медленно идешь, парень. Не сильно ты хочешь меня убить, я так чувствую. Что у нас здесь? Черт, нехорошо. Че вы тут гуляете, ребята? Я от вас сныкаюсь. Так, сюда нас не пускают. А, сюда вот. Здесь эти ребята и были. Посмотрим, что здесь. Мы их развели. Здесь есть батарейка. Эй, я сказал, бери батарейку. О, нормально. Пока все хорошо. Так, отлично. Хоп. Что мы тут делаем? А, тут маленькая такая. Маленький паркурчик. Нужно сделать. И прыжок. Вот еще. Держи камеру. Все, хана. О, там кто-то пришел. Как он страстно хотел выжить, а? И что нам теперь без камеры делать в этом жестоком мире? Чтобы ориентироваться в темноте, необходима камера. Ну, так-то, Кэп, спасибо вам, Кэп. А, он не может идти вообще по темноте так-то. Типа закрыто. Ладно. Камера упала вниз. Ну, пойдем вниз. Тут должно быть хотя бы чуть-чуть посветлее. О, а, не, мне показалось, что за окном уже рассвет. То уже пора, как бы, все-таки. О, батарейка. Хоть камеры нет, но батарею мы возьмем. Оп. Так. Кто-то принимает душ. Я принимаю душ. Да. Монстры монстрами, а душ по расписанию. Так-то. Опа. Нам сюда. Черт. Промазал. Так. Тынь, там темнота. Это меня должно было напугать, наверное. Внезапная молния такая прям. Ух ты! Вот этого парня я стриманул. Вон там кто-то сидит. Я уже начинаю привыкать к этим изуродованным лицам. В щи просто. Так, куда здесь-то? О, вот и камера. Я вижу тебя, камера. Почему я тебя взять не могу? А, вот она. Найдите способ попасть на третий этаж. Ну да. Первый этаж. Третий этаж. Пятый этаж. Шестой этаж. Вот так вот. Вниз, вверх, вниз, вверх. Как-то совсем печально. Оп.
по-моему, я здесь уже где-то был. Сюда нас не пустят. Так. Хоп. Залезем. Хоп. Лезь. Отлично. Как мы тут наверх попадем? Здесь нельзя. Как же мы спустились? Я вот что-то подзабыл. Так, надо остановиться и подумать. Из-за этой музыки совершенно невозможно ни о чем думать. Жутко мешает. Ну, отодвинь. Я ни хрена не понимаю абсолютно, ребят. Неужели он настолько слаб, что не может отодвинуть эту хрень? Блин. Он же ж коридорный, а? Ну, я забрался сюда. По логике нам сюда и надо было. Куда-то дальше. Не знаю. Пойдем вниз дальше. Что ж поделать. Умрем так умрем. Может, их надо было обмануть и к ним в комнату пробежать как-то. Пойдем попробуем. Музыка все играет и играет, как будто тут прям на экране экшен происходит, нереальный. Не, ну тут... А, нет, хотя... Да, тут, судя по всему, нам... Бежать-то и некуда. То есть в этой стороне у нас ничего не будет абсолютно. По крайней мере, я не вижу, куда мы можем залезть. Сюда тоже. Никак. Куда же деться? Куда же надо бежать? По идее, ну надо было по логике как бы обратно. Но я обратно прибежал, там бежать некуда. Найдите способ попасть на третий этаж. Вот, способ, он есть. Он здесь. А, ну там лестница. Печаль. Надо найти этих хмырей. И где они будут, туда нам и надо. Так, сюда нас опять не пустят. Ну, по логике сюда. Больше некуда. Хоп, такие залезли. Ну и что дальше?
обнаружили, что здесь закрыто. А, вот, точно. Нашел. Да, такие игры точно не для меня. И типа мы бежим дальше, такие, оп-оп. Они нас преследуют. Вау. И тут надо как-то наверх, да? Хоп, такие. Вот. Найдите отца Мартина в административном блоке. Оп. Хорошо. Камера совсем глючит. Батарейки садятся. Перезаряжаем. Йо! Так, что тут есть? Тут есть туда проход. Я хочу сюда сходить. Мы ж тут проползти можем? Или нет? Нет, не можем. Зато мы можем перепрыгнуть сюда. Что это нам дало? Или сюда? Черт. Ничего это нам не дало. Хотя... Опа. Внизу кто? Ага, внизу это там, где мы были, по-моему. Ладно. Да, только один выход, он нам говорит. Только один выход. Сюда. О, наконец-то эта музыка прекратилась. Это уже на уши давит. Так. О, опять. Уже пригорает от этой музыки просто. Хоть бы ладно там. Кто-то гнался за нами в это время. Черт, зря батарейку перезарядил. Ну ладно. А, тут можно сесть уютненько, книжку почитать. Откуда мы пришли? О, пузо. А тут тупик, да? Ну и куда нам скрыться? О, тут есть дверь. Развели. Развели как нуба. Камера, кстати, обалденно эффектно глючит. Такое искажение прям. Ну что, он там исчез, как думаете? Ладно, что у нас здесь? Умывальник, холодильник, Нюка-кола, все дела, батареечка. Но я все равно не улавливаю. Найдите отца Мартина в административном блоке. Где ж ты, батюшка? Я тебя уже заколебался тут искать. Может, что-нибудь здесь? О, я уже вижу, куда можно залезть. Я уже слышу, кто-то там идет по нашу душу. Залезаем. Сюда нельзя. Ой. Опа, там друг знакомый. На самом деле надо было больше страха в этих туннелях устраивать. Типа бу, призрак и все дела. Было бы намного эффектней. А ты что за... Страшноватый, да. Давай мы тебя пихнем. Нам проползти надо. О, как тут светло, красиво, прекрасно. Это прям... Слушайте, это, по-моему, то место... Откуда меня... Да, это откуда меня скинули. Скинул этот... Чувачок злобный. А вот эта библиотека, по-моему, где головы по полочкам, нет? Или нет? Нет, не похоже. Ладно. Пойдем гулять. Behind the light.
Я тебя не слышу. А, во. Новая цель. Добудьте ключ в зале отдыха. Где тут зал отдыха? Library. Recreation Hall. Наверное, нам туда. Ладно. Погуляем, поблуждаем. Ну... Только хотел сказать, что мне нравится, что тут везде все помещения прямо осветлены. А вот зал отдыха, тут должен быть ключ. Тут, по крайней мере, есть бильярд. Я бы тут завис. Ох, бы завис. Так. Ключа здесь нет. Ладно, полезем сюда. Ну да, это было бы слишком легко. Зайти просто. Полезем наверх. Так. Ползем куда, не знаю совершенно. А, ну да, тут типа мы бы не прошли снизу, поэтому нам нужно через верх, а я сразу как-то пополз через верх. Интуитивно вкуривая, что... Так, тут нам надо прыгнуть. О, exit. Не. Не, exit не. Не хотят нас выпускать пока еще. Слушай, классно играешь, парень. Не? Не классно? Какой-то взгляд у него был. Никакой реакции на похвалу вообще. Что же? Что за неблагодарный? Совершенно. Так. О, последний покупатель. А это что место, где он тут играл? Что за кинчик? Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand. The things we felt. Impossible to understand. The overwhelming fear. Ecstatic rage and... Ладно. Там будет, я чувствую, долго рассказывать свою историю экспериментов. Черт, опять батарейка села. Как у меня еще память не забилась на камере. Час 42 на счетчике. Что тут? Трубки снова пикают. Нам точно надо сюда. Что ты там делаешь? А ну открой. Заныкался в шкафчик, прям как школьник. Снова закрытая дверь. Так, сюда нам не пройти, ящик не сдвинуть. Он набит чистой сталью. О, документики. Это я люблю. Это я очень люблю. Некротический фасцит. Плотоядная инфекция. Тема. Не мешало бы быть по... Не мешало бы мыть почаще. А, руки не мешало бы мыть почаще. Написал некротический фасцит. Серьезно, нафиг, я ухожу. Очень познавательно.